скажете про Тесла езда сзади? Ужасно. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Налево мне показывают. Какой нахрен налево? Я показывал налево. Направо он тебе. Дави на газ! Так они вот эту черную машину. Да, вот это нейтралку ты сейчас нажала. Капец, показывай. Осторожно, там сейчас все это сиденье поедет. Давай, поехали! Инга, каяс совать. Каяс! Каяс. Все, на стандартную процедуру стал. Да, все боку. Так, назад нормально, там как сильнее нажимать надо назад. Хорошо. Да, ты потом нажмешь драйв. Вверх это назад. Как автомат. Если я стою, я включаю нейтрал. Парк. То есть парк, да? Да. Драйв. А, вот. Мы в Tesla X. Jūs pēc pēdzējāties? Ну вот, ну вот зачем? Вот спрашивается. До встречи на Ютубе. Visi ir, jā? Mama nav. Ir. Tu esi simtajā monitorā. Mama nav piesprādzējusi. Nu jā, bet es nezinu, kur balst. Ну вот тур дарība. А, ну visi ir. Rear? Так, ты нажала rear, значит. Нет, нет, нет. Вниз. Вот я хочу парк, как парк. Какой парк? По центру точку нажми. Симбочка, на. Кнопочку нажми, кнопочку нажми, кнопочку нажми. Запарковалась, да. А вниз это вперед. Симба начал. Симба. Все готовы? Симба. Я. Смотри вперед, когда едешь. Да ладно. Браушу погадам, ладно. Так и надо. Тебе навигация перед твоими глазами. Ага, ой, ты смотри, что ты там ты. И меня тоже. Мой страх Божий. Селфи, селфи, селфи. Давай, давай. Давай. Как... А как он слушал, да? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Налево мне показывают. Какой нахрен налево? Я показывал налево. Направо он тебе показывает. Все направо. Симбочка, на чем? Суперчарджу. Я запарковалась, и ты не знала, что приехала. Ну да, парковщик. Кто так паркуется? Так, дети вылазят, у которых нету места сзади. Что вы скажете про Tesla езда сзади? Ужасно. And hello, you forgot about me. Так, дети. Yeah, get your phone. Let's see. Oh, it looks amazing. I'm going. Все? Hey, we're not doing it yet. Нажимаем кнопку. Наша Tesla беленькая.
собираемся. Зарядки полностью бесплатные. Просто берешь, вставляешь. Что-то еще показывают. Мы приехали, не было ни одной Теслы. Это самое, комментарии по поводу этой машины. По поводу шумоизоляции. Няма никакого. Да, мы это переведем. Moral X. Moral X. Ну? Собака довольная. Да, собака спокойная. И картошку перевозить нельзя. Хотя впереди большой багажник. Да? И сзади багажник. Да, багажник. Съезд 0,8 миль, да? Я не знаю. Навигацию, пожалуйста, смотрите. Вот впереди надо еще посмотреть. Ну, говори уже. Не, я говорю, что я не ожидала такой шум. Ну, да. Я думала, что здесь шум. Сразу слышно было, мы как только поехали, и кто-то сам сразу бросилось в глаза. Машина за 100 тысяч, а такой звук, как будто мы едем за 15-тысячной машине какой-то. Потому что я сейчас в прошлой неделе ехала на новый Peugeot, это такой SUV. Да, SUV. Это, в принципе, там вообще тишина там полная. Я думаю, потому что здесь очень большие двери и... Сразу съезжаешь. Ну, сзади, конечно, только для детей, потому что там ног негде поставить. Вот как я сейчас сижу, да, ноги не поставить. На скачок не прямо. Прямо ноги не поставишь, надо зачем прямо. Ну, конечно, да. Папа может вперед. Сел позу лотоса. Вот. Да, я не ожидал, что заполнены все парковки и Теслы там, ну, чарджеры, все забились. Потому что, которые не работают. Ничего не поделай. А мы сейчас куда? А мы... В Виндзор-Касл. Мы куда? Ближе к этой королеве. Как вам езда? Хорошо. Только, мне кажется, шофер хорошо. Да, наверное. Потому что шофер только... Я когда села на место шофера, мне тоже очень... Потому что ты получаешь весь этот кайф от этого, ты, что ты нажимаешь на педаль газа. Ну, я говорю, давай там покажи что-то. Нельзя, мне кажется, что здесь можно. Дави на газ! Догони вот эту черную машину. Легко, блин, это 3 секунды. Раздался голос из сзади. Майки показалась голова. О, еще один ютубер тут. Yes. Все, а Инга все ему мучает и не дает ему заснять видео.
Фотосессия. Так, здесь две пары колодок. Сзади большая и какая-то маленькая тоже. Сейчас человек за рулем в Англии. Да. Да еще и за Теслой. За Теслой. Ну так если сразу, тогда сразу с машины начинаем.